Hi girls and boys, это я дедушка 86. Почему 86? А тебя что ебет? Короче, смотрели Джокера. Лично мне фильм понравился. Я бы даже сказал очень. Я уже старый, в общем, меня не интересуют эти супергерои и прочие фильмы. Но он совсем не такой. Я бы сказал то, что надо. Но видео будет не об этом. Вы уже заметили, что дедушка стал меньше радовать вас видосиками. Да и в общем последнее время самого деда на видосах не было. А все потому, что ебаный Rockstar Games Social Club не пускает меня в игру. Все дело в том, что я забыл свою почту. Я зарегистрировался в Social Club и хуй клал на него. Играл через Steam, и он не просил ни пароля, ни хуя. А вот теперь не пускает из-за нового супер охуенного лаучера. Нет. Ну и проблема с моим IP. Как агата хуй, я не могу зайти на сайт Social Club без VPN. Также не пускала в игру без VPN. Пишет автономный режим. В принципе, я могу купить новый аккаунт и играть там за деда. Но есть три проблемы. Первая, я не помню, как создавал дедушку. Вторая, это то, что я не могу играть без VPN, а как вы знаете, бесплатных нормальных ПНов не существует. И третья проблема. Мне лень начинать все сначала. Столько всего было пройдено и за день все потеряно. Можно надеяться, что Rockstar помогут мне и вернут почту. Но на это я не надеюсь. Поэтому видосика в ближайшие 2 месяца точно не будет. Всем спасибо, кто смотрел. Всем ГГ, всем ББ.